Степан Каширин. Рассказ «Лужа». Шел июньский теплый дождь. Я стоял и смотрел, как в луже отражаются окна торца нашего дома. Только в одном окне горел свет. Это было окно моей бабушки. Она сидела дома и пила чай. Улица монотонно шипела дождем. Такое теплое лето, запах мокрого асфальта, аромат цветов. В мои 10 лет мне тогда казалось, что так будет продолжаться вечно. Да и планов на будущее было море. В тот момент я еще не знал, что эта лужа последний раз отразит в себе все мое детство, и что через несколько дней мы уедем из дома 40 навсегда. Сейчас стою на том же месте. В луже отражаются окна торца нашего дома. Только в них нет света. В бабушкином окне холодная темнота. На улице вместо теплого летнего дождя мрак хмурой весны. Вместо травы грязный снег. В этой луже утонули 30 лет. Нет теперь друзей, нет бабушки, нет соседки, которая была как родственница. Нет радости. Мечты о первой любви, о первой девочке, о будущей жене и детях падают слезами в грязный снег. Все, чем я жил, о чем мечтал, исчезло. Словно ничего и не было. А ведь были времена, когда я верил в то, что существует справедливость. Теперь осталась только грязь, холодный снег и бабушкино окно, в котором живут лишь мои воспоминания.